Здорово, народ, на связи X-Pravid, и я продолжаю играть в Stumble Guys. Сегодня у нас будет топ 4 лучших карты из мастерской мистера Биста в Stumble Guys. Ну а с вас обязательно лайк, не забывайте подписываться на мой канал, кто еще до сих пор не подписан. И обязательно напишите мне в комментарии, какая карта вам понравилась больше всего. Погнали! Фейс Титан Биста. Сделана карта очень круто, в стиле такого, знаете, типа трансформера логотипа мистера Биста. Ну, заморочились. Я не знаю, сколько времени на это потратили, но я думаю, немало. Так, а что здесь? Ага. Я понял. Делаем ход конем. Только надо четенько попасть, да? Ууу, не туда улетел. Ты меня подкидывать собираешься? О, прошел. Тихо, тихо, нет, не откидывай. Так, дальше нам наверх, да, или туда? А, все, я понял. Слушайте, ну карта достаточно прикольно сделана, хочу вам сказать. Успел. Так, надо, наверное, немного притормозить, потому что я как-то так по краю прыгаю. Еще эти мечи. Ля, еще так подрасчитал, знаете, чтобы мечи типа тут попадались, еще сбили. Не, меня таким не собьешь. Так, лево-право. Ну, я думаю, наверное, по правой стороне пойдем, да? О, нет, назад. По-моему, я что-то борщанул, да, с мячом? Так, а мне... О, не туда прыгнул. Так, дальше что? Да. 3 дня, конечно, стоять, ждать, это очень весело. Здесь, надеюсь, будет побыстрее, да? Хорошо. Так, а куда мне дальше? Я не совсем немного понимаю. А, и где я? О, даже так. Тут типа обманочка такая, вы поняли, ребят? Тихо, тихо, тихо. Нет, не упади. Не упади, все хорошо. Блин, ну такой секретик, знаете, сделан. Просто его, ну попробуй заметь. Так, вижу, сюда. Не, карта сделана отлично, ребят. Просто отлично, мне нравится. Подъем! Ребят, мы взобрались на этого титана. Ну, проходи. Карта офигенная. Новая карта с бист-танком. Ребят, очередной танк. Выглядит карта очень круто. В прошлом ролике я тоже проходил бист-танк. И сейчас будем уже заценивать именно эту локацию. Так, я смотрю, здесь опять лазеры. Ого, а как... Подождите. А тут тайминг вообще как-то попасть можно или нет? Во-первых, замедление действует на вот этих штуках. Плюс я не пойму, тут... А тут нереально. Подождите, может мне через верх надо там перепрыгнуть? Ну реально, посмотрите. Там нереально это пройти. Ладно, сейчас попробую сюда запрыгнуть через верх как-то. Стой, отойди. Так, тут и останавливаемся. Ждем. Опа! Перелетел. Хорош. Не знаю, ребят, может я просто по-свойски как-то его прошел, но другого решения я здесь не дошел. Так, теперь мы должны здесь взлететь, да? Долети! Долетел. Обалдеть. Ну, удержись! И как мне туда попасть? Я не пойму, кто эту карту создавал? А как? Как? Я не понял, подождите, может мне как-то надо по-другому взлететь? Сейчас сделаем. Или не сделаем? Так, как мне это преодолеть? Я преодолел! Просто на удачу, ребят! Просто на бум! Я хорош! Эксп! Мощь! Сила! Обалдеть! Да ты прикалываешься! Теперь на бум не получится! Не могу! Все, один раз получилось, и все. Я буду постоянно сейчас, пока мисс не получится. Бля, заметили, когда... О! Сейчас мяч спас! Просто спас! Так, мне, наверное, я так понимаю, надо куда-то туда, в сторону, да? Да, лучше вот сюда. Ну! Еще. Подбрасывай! Мне кажется, я должен был выше подлететь, да? Или нет? Ладно. Пусть будет уже так. Хотя бы так.
А, ты прикалывайся! Тут нет чекпоинта! Зато хотя бы пролетел, увидели сразу. Так, я, наверное, пробегу туда. Подальше. Не сгори. Тихо. Давай, давай, быстрее, быстрее, подъемник, быстрее. Здесь тоже пусть поднимает. Ну, система придумана прикольно, но очень много времени у меня ушло на вот этот прикол с лазерами. Это, конечно, было очень весело. Я вообще правильно иду или нет? Да, вижу, вижу. Мне сюда надо? Ладно, ребят. Ну, это издевательство с этими чекпоинтами, это тут пипец. Ну зачем? Ну почему нельзя создать нормальные чекпоинты? Объясните мне, пожалуйста. Ладно, ребят, ну карта, ну, достаточно веселая, но она сложная. Титан, ребят, в стиле Железного Человека. Вообще, мы обожаем этого персонажа. Карта выглядит достаточно прикольно, поэтому будем сейчас ее тестить. Оп, допрыгнул. Блин, я не люблю такие приколы, потому что... Попробуй, допрыгни. Давай. Фух, хорош. Так, это типа... лабиринт? Или чё? О, я сгорел, я понял. Короче, он очень круто сделано, ребят, объясню почему. Не надо ставить вот эти всякие стенки в лабиринтах, да, чтобы потом нифига не видно, где ты идешь, куда ты ходишь, мы смотрим на эти стены постоянно. А теперь можно просто взять, сделать вот такой вот прикол, чтобы мы сгорали, да, не могли это перепрыгнуть, и все, и спокойно проходим наш лабиринт. Я вообще правильно иду? Я надеюсь, что мой путеводитель не сбился. Ладно, сейчас, подождите, а здесь можно так сделать? О, а здесь можно. Хорошо. Так, что нас ждет дальше? Дальше нас ждет просто жесть. Ля, меня просто сжирает. Как это сделать? О, я успел. Не вижу, все, теперь вижу. Тихо. Так, мне сюда? Так, тут для меня открываются новые широты, да? Это раньше так не выталкивало. Ну-ну-ну-ну-ну, дай пройти, пройти, пройти! Лазер движется прямо на нас! Фух, ну здесь хотя бы чекпоинт есть. Ну, что дальше? Ничего не вижу. О, теперь вижу. Взлетай, 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 взлетай! Приземлились. Так, я так понимаю, нам дальше вниз надо, да, наверное? Если я с разгончика туда, может, разгонюсь. Может, что-то получится туда куда-то приземлиться? Нет, не получилось. А, это и все? Вижу, вижу. Вы знаете, все унадились вот сюда вот на ступни, да, ставить вот эти всякие приколы. И теперь постоянно так и делают. Ага, мне сюда. Давай. Прыгаем. Я готов. Ну все, ребят, главное теперь не стратить. Я понял. Вот хитрюга, да? Ну, и как это проходить? Ну, давай, давай, давай. Есть, попал, увидел, я увидел. Лети, 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 лети. Есть. О! И что это было? Оу, впусти. Что это? Мне сюда надо или что? Прикиньте, он там обманку сделал. Вот гад. Ну, карта, ребят, интересная, но чувством так-то немного, конечно, проблем. Темный Бист. Карта сделана в стиле ниндзя Мистера Биста. Я вижу там длиннющие ноги, наверное, модель. И я что-то уже стремаюсь туда идти, посмотрите. Там реально дурдом, да, какой-то Мне показалось, или тут что-то было? Да, наверное, глюкануло, да? О, нет, не показалось. Не показалось, стой! Назад! Назад! Внаружу! Внаружу ко мне! Хорош! Я прям туда долечу? Ну ладно, хотя бы сюда.
Так, ну, конечно, вот эти батуты, которые я на дух не переношу, реально, они мне не нравятся, не знаю, ну, мне вообще не по кайфу по ним прыгать, постоянно вот это попадать на них. Но! Ля, я не могу прыгнуть. Ну, ты собираешься прыгать или нет? Ля, он меня вообще не хочет поднимать. Или он на последний поставил какой-то прикол? На эти два вроде нормально. О, о, вот это уже по нам. Не удержался. Так, приземлились. Теперь нам нужно наверх, да? Правильно понимаю? Да, я правильно понимаю. Да прыгни. Так, а дальше что? Ага, вижу. Так, ну и куда меня занесет? На крыло. Хорошо. О, там лазарь. Тихо. Спасибо. Но я неугомонный. Слушайте, если туда можно допрыгнуть, там не просто так лазарь, наверное, да? Может, там какой-то сокращенный путь, просто надо этот лазарь как-то обойти. Подожди, я за ним сейчас побегу. За лазарем бегу, 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 за лазарем. Я понял. Слушайте, может, как-то я прям туда смогу допрыгнуть, а? Ну, можно, наверное, или нет? Подождите, я еще раз попробую. Есть, есть, есть! Я это сделал, ребят, я запрыгнул сюда. Я обошел и сломал систему. Не знаю, так задумано или нет, но будем считать, что у меня так задумано. Главное теперь не упасть. О, вижу. Сокращенный путь, ребят. Оп. Слушайте, я прям на голове. А, здесь тоже есть эта замануха. Ля, он все попрятал. Ладно, хорошо, давайте здесь станем. Прошел. Ну, карта, конечно, так себе. Друзья, я надеюсь, что видео вам понравилось. Не забывайте поддерживать его лайком. Обязательно подписывайтесь на мой канал, кто еще до сих пор не подписан. И обязательно пишите мне в комментарии, какая карта вам понравилась больше всего. Но если вдруг вы найдете какую-то крутую карту или создали крутую карту, то обязательно пишите эти коды в описании. И обязательно пишите хотя бы название карты и что там будет. Всем спасибо за просмотр. На связи был Эксперовид. Пока-пока.